Вместо 4 пар фирменных кроссовок прислали туфли. С таким заявлением в полицию обратилась саровчанка. Уже несколько лет женщина заказывает вещи через интернет-магазин, но с подобным столкнулась впервые. Кроссовки по 900 рублей, 4 пары. Как заявлял продавец, натуральная кожа. Внесла полностью денежные средства. Ну вот, пришли туфли. Мужчина решил приобрести через интернет 2 страйкбольных автомата. Объявление об их продаже он нашел в социальной сети. Договорившись о цене с продавцом, перевел 24 тысячи рублей. До настоящего времени товар не получен. Страничка не удалена, но на сообщение не отвечает. Участились жалобы на кражи продуктов, напитков и денег из магазинов. Также злоумышленники посягают на частную собственность граждан и обворовывают садоводческие домики и дачи. Из садового домика садоводческого общества «Завета Мичурина» неустановленные лица похитили 2 катушки-переноски и кабель на сумму 5300 рублей. Неустановленные лица проникли путем отжима замка входной двери, проникли, по всей видимости, через соседей, потому что между ними нет забора. Возбуждено уголовное дело по статье кражи. В связи с этим сотрудники полиции призывают собственников дач и огородов не оставлять ценные вещи на территории без присмотра, а поставить надежные замки и по возможности установить сигнализацию.